вилки. Вот я как рассказывал, треугольничек выкручивается. Здесь вот саморезы уже есть, их выкручиваете. Вот эти люди сейчас. Ну-ка, крайне выкрутите. Ага. Крайне выкручивается, который уже идет. И обратно вместе с шайбочкой прикручивается. Видите, как на краске они как приклеены. Ножичком поддеваете. Вот так вот раз, аккуратненько. Ну, и обратно прикручиваете. Также не забывайте, что если у кого идут с автоматами, они идут вот с таким уголком по центру. Без него не прикрепить автомат. Отверстия, видите, вот все вот эти вот, они сверлятся, подготавливают монтажники. Здесь мы не сверлим, как на конструкциях. Они сверлятся вот только вот, видите. Заранее подготавливаются. Это саморез 5,5 на 19. Ну и все, готово, как видите. И вот туда. Сейчас он просто накинется. Вот видите, уголок там уже Миша сделал. Сейчас я вам покажу. Уголок идет 25 на 25, длиной 1,20 м. Вон там делается надрез, и он загибается вовнутрь. И сверху еще ставится, видите, под него подводит уголок, который раньше показывал, большой. 40 на 40. Сверху там есть отверстие. В него саморезом каким, Михан? 25-м. 5,5 на 25. Смотрите, и они, получается, стягивают два конька вместе. Вот, и раз, там он вышел. Вон. Все, и на этот уголок, получается, в этот проем, там полностью накидывается форточка треугольная. Лень, захвати, пожалуйста, форточку одну. Я уже сториз сейчас снимаю. Одну форточку накинуть. Просто и получается. Надо профиль закрепить еще. А, и тут еще крепится клапами или уже этими такими девятнадцатиками такая. А, вот здесь вот на трубу, да, через трубу. Видите? Через трубу, вот так вот. Дальше тебе форточный блок, да, все? Все, форточный блок. Так, раз, повесили. И вот просто он туда. Оп. Оп. И вот на тот, видите, конек получается полностью. Накидывается, регулируется. А вот там два отверстия. Раз, два. И через них продевается, вот видите, все проверено. Продевается стяжка специальная идет в комплекте. Двойная, правильно, Миша? По две штуки мы ставим. Раньше ставили по одной. Теперь по две, чтобы для более прочного. Вот видите, там отверстия вот были, и через них Миша просверливает. Вот. Еще будет здесь, получается, тяга для автомата, уголок и сам термопривод. Так вот. Ничего сложного якобы нет. Но тут нужна сноровка и опыт.